В рамках губернаторской программы в округе продолжается ремонт подъездов многоквартирных домов. В Томилине его выполняют с опережением графика. Результаты проведенных работ в доме номер 30 по улице Гоголя увидел Владимир Ружицкий. Этот пятиэтажный дом построили почти 60 лет назад. Сейчас здесь побелили потолки и покрасили стены. Заменили тамбурные двери, почтовые ящики и светильники. На первом этаже уложили противоскользящую плитку. Давно вот здесь был бардак вообще очуменный. Серьезно. Сейчас вообще хорошо. Дверь поставили. Дверь была плохая? Деревянная, она вообще не была дверью. Все, ну что поставили дверь, все заделали. Нет, все рады. Осталось докрасить плинтуса, завершить ремонт входных групп и разместить информационные стенды у входа в подъезды. И по данному адресу работы будут завершены. Жители уведомляли предварительно о проведенных работах. Значит, со всеми собственниками согласовывались цвета выполнения работ в подъездах. То есть на сегодняшний момент проблем или каких-то вопросов у жителей по качеству и проведенного ремонта не возникало. В губернаторскую программу в Томилине попали 29 подъездов. Работы в 14 из них уже выполнены. Именно берем те подъезды, где идут и жалобы жителей, и обращения общественников, и старших по домам. Поэтому ставим задачу, чтобы подъезды в целом были в таком, ну, нормальном, хорошем состоянии. Всего в округе в этом году планируют отремонтировать 149 подъездов. 70 из них находятся в работе. Все завершат до 1 сентября. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.